Как будто ничего и не было. Глава округа Максим Красноцветов в Правдинском проинспектировал, как заасфальтировали дорогу, полотно которой разрушили во время прокладки кабельных линий к подстанции Тютчево. Жители пожаловались на встречу с губернатором Андреем Воробьевым. Подрядчик при выполнении работ нарушил систему канализования, газоснабжения, разрушили дренаж и дорожное полотно. На сегодняшний момент у нас восстановлено здесь дорожное покрытие. Восстановлен, организован нормальный, хороший подъезд. Восстановили дренажные системы, которые были здесь, изначально чуть улучшили. Вот. Система газоснабжения была еще в зимний период отработана, за что хочется сказать отдельное спасибо Мособлгазу за оперативное вмешательство. Восстановили систему канализации, поставили сферическое зеркало и не только. В ближайшее время проведут встречу с жителями, чтобы узнать, насколько качественно были выполнены восстановительные работы, все ли их устроило. Анастасия Спирина, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.